Привет, я Катя Адушкина. Сегодня я на стороне FM пою и отвечаю на вопросики для вас. Я артист и блогер. Примерно сейчас, на данный момент, во всех моих социальных сетях около 5 миллионов подписчиков. И сейчас у меня около, наверное, 20 песен. Ну, точно я не знаю. Я вообще ненавижу вот эти вот все лейблы, которые на нас все наклеивают, всякие прозвища, названия артист, блогер, танцор и бла-бла-бла-бла-бла. Я не знаю, куда меня заведет дальше жизнь. Сейчас мне больше всего нравится слово артист, потому что он как бы обобщает все, чем я занимаюсь. То есть это и танцы в большей степени, и пение, может быть, даже блогинг туда чуть-чуть захватывается. Поэтому артист, возможно, слишком громкое слово, но это то, к чему я хотя бы стремлюсь. Блин, на самом деле в детстве, мне кажется, я вообще не слушала никакую музыку. То есть я не помню, чтобы я прям сидела и что-то такое смотрела. Знаю точно, когда я начинала видеоблог, мне было 9 лет, тогда меня вдохновляла группа Open Kids, которая распалась недавно. Боже, и вот как раз-таки, да, когда они распались, мы всей семьей вспоминали и мое детство, и как это все начиналось, их первые клипы. Это, конечно, ностальгия. Наверное, их, кстати, могу действительно отметить. Сейчас меня вдохновляет в большей степени зарубежный шоу-бизнес. Это большие мировые звезды, Ариана Гранде, Бейонсе, та же самая. Как музыка, так и просто сами люди, как кумиры, примеры для подражания. Про современную российскую музыку я могу сказать, что у меня много друзей, у меня много знакомых, которых я очень уважаю, которых я слушаю, я безумно за них рада. Например, Клава Кока. Последнее время она супер поднялась, и я ее очень уважаю еще за то, что она одна из немногих российских именно певиц, которая сейчас находится в топе. А потом Дора мне очень нравится. Зиверт люблю за стиль, который она делает, и Маруф еще классная, но она, по-моему, не российская, ну, неважно, она крутая. Украинская, да. Нецензурная лексика. Вообще у нас в семье не принято никогда материться и говорить что-то в этом духе, и все мое окружение, оно не матерится, ни моя команда, ни моя семья, мало кто из моих друзей себе такое, можно сказать, позволяет, но я отношусь абсолютно нормально, абсолютно нейтрально к мату, ко всем, я не знаю, плохим словам, если их так можно назвать, если человек хочет, пусть он говорит, пусть он матерится, делает вообще все, что хочет. Вот. Ну, не то, что я не одобряю, просто как-то нейтрально отношусь. Для себя я просто выбираю не материться, не говорить подобные слова, потому что, мне кажется, ну, просто мне это не нужно. Я могу выражать свои эмоции по-другому. Сейчас я так думаю, возможно, через год мне будет 18, и мы тут оторвемся с вами по-другому, но не знаю, но сейчас просто не вдохновляет вся эта история. Мы все смеемся просто, что мне через год 18, и будем отмечать там в кальянной, там уже другие будут концертики, другие песенки. Ну, нет, на самом деле меня очень достаточно устраивает мат, когда он в тему, когда он смешной, когда он в каких-то небольших количествах, а когда через слово, это, конечно... Daily Average. 7 часов 57 минут. На 30% меньше, чем с прошлой недели, я хочу заметить. Ну да, 9-8 часов где-то так. Я провожу в интернете, в социальных сетях, в своем телефоне. Ну просто это моя жизнь, это мой досуг, это моя работа, это мое хобби, это мое все. Вот недавно как раз-таки это произошло, что все мои социальные сети, все мои площадки, они сравнялись по подписчикам, то есть везде у меня 5,3, и я, если честно, офигела от этого, потому что это доказывает, что я примерно равномерно везде провожу свое время, ну, это правда круто, вот, но моя любовь — это, наверное, YouTube, ради чего я так много, наверное, работаю, и основной род деятельности — это именно YouTube и видеоформат. Инстаграм — это то, что я просто делаю ежедневно, это просто вошло уже в привычку, я не считаю это там, я не знаю, какой-то работой. Вот, TikTok, ну, потому что кто сейчас без TikTok, ну? К поющим тиктокерам я отношусь достаточно хорошо, потому что это самый
наверное, адекватный путь развития после ТикТока. И, ну, просто не делать это и не петь тиктокерам, это уже немножко получается глупо, потому что вся музыка, вся наша музыкальная индустрия сейчас именно в ТикТоке, и все топ-чарты составляются именно из ТикТок песни, так что это то, что обязаны, мне кажется, сейчас делать все, и просто по-другому поступать они, ну, не могут. С кем я общаюсь из тиктокеров? Наверное, да со всеми я в хороших отношениях. Очень приятно, что многие просто меня знают. Я приезжала в некоторые дома, когда нам нужно было тоже продвигать какие-то композиции. Общаюсь хорошо с Иксотием, с Dream Team, с Даней Милохиным. Пару дней назад снимали видео. Совсем скоро выйдет на моем канале, вы посмотрите, уже оно вышло. Аня Покров, Дина Саева тоже. Да, часто списываемся, часто общаемся. И я очень рада, что наконец-таки в нашей индустрии блогеров появились люди примерно, хотя бы примерно одного моего возраста, потому что год назад не было никого, с кем я могла бы потусить, пообщаться, чтобы они снимали еще контент примерно на мою аудиторию, а сейчас всех просто тьма, и это, с одной стороны, это, конечно, очень круто, и наконец-таки что-то происходит! Вообще, я считаю, что TikTok дома — это классная история. Единственное, я думаю, что сейчас это уже немножечко уходит. То есть у нас осталось буквально 2-3 дома, которые уже рабочего характера. TikTok дом — это немножко не моя история. Это классно для ребят, которые хотят подняться очень быстро, тем более в команде, которым нужен там продюсер и вся вот эта история. Я просто уже... лет 7-8, наверное, в Ютубе, в этой индустрии, и я сольный артист, я уже состоявшийся, можно так сказать, блогер и человек, поэтому TikTok, дом, ну, пока себя точно в нем не вижу, и, ну, просто нет смысла в этом. В 9 классе, когда я уходила из школы и перешла на домашнее образование, я очень боялась об этом громко говорить, потому что я понимала, что многие могут реально последить моему примеру и сказать: «Мам, я ухожу из школы, пока, Катя Адушкина сделала, я валю, и там вообще не важно, что со мной дальше будет». Просто тема образования, она настолько щепетильная, она настолько индивидуальная для всех, да 100% оно нужно, в моей семье оно очень ценится, мы все очень держимся за образование, сейчас я нигде не учусь, поэтому все держимся за образование, собственно, вот так все хорошо. Нет, я закончила школу в прошлом году, сейчас из-за того, что я закончила 2 класса за один, я взяла гэп-йер, это год академический отпуск, когда ты ничего не делаешь, думаешь, куда дальше поступать, нужно ли тебе это вообще или нет. Сейчас я пока себя не вижу ни в каком университете у нас в России точно, или это будет заочка, или это будет где-то вообще в другой стране, но сейчас все закрыто, поэтому думать об этом вообще не имеет смысла. Образование нужно, это 100%, и нужно, блин, прокачивать свои мозги ежедневно. То, что я сейчас нигде не учусь, это не значит, что я не занимаюсь там с репетиторами и ничего не делаю. Все это есть в моей жизни, потому что TikTok, социальные сети — это круто, но в большинстве случаев это все-таки, если ты на это не работаешь, это немножечко в каких-то смыслах деградация. Так что, друзья, нужно качать свой мозг ежедневно. Я сейчас занимаюсь, ну, достаточно регулярно весь этот год английским языком. Он никуда не у меня ушел, потому что у меня большая цель — выучить английский. Постоянно читаю книги и еще занимаюсь сольфеджио, а это та еще просто подкачка мозга, так что, да, сольфеджио — это убийца, можно. Лучше любой школы. Я брала, получается, один курс в Нью-Йорк Film Academy, это называется. Я должна была изначально лететь в Лос-Анджелес туда учиться, но все закрыли, и они принесли на онлайн-курсы. Это был всего лишь, опять же, курс, который длился 1 месяц, я ничего не приостановила, просто он закончился, я его прошла, мне вручили там какой-то дипломчик, и как бы все закончилось. Это был актерский курс. Конечно, я хочу все-таки попробовать, когда все откроют, полететь именно туда и попробовать позаниматься очно, потому что режиссура, актерское мастерство — это, наверное, ну, что-то такое самое близкое ко мне. Поэтому было бы интересно это поизучать, особенно где-то за рубежом. Хейт — это моя любимая тема, любимая история, могу говорить на нее вечно. Хейт был, есть и будет в жизни любого, мне кажется, человека. Я считаю, что сколько бы там человек и публичная личность не была бы публичной, сколько бы лет она не была в индустрии, все равно вот
ты вроде как-то, вроде смирился, вроде уже живешь нормально, вроде не обращаешь внимания и научился справляться с хейтом. Но, блин, ну бывают ситуации, бывают дни, бывают комментарии, бывают какие-то слова, которые триггерят тебя и попадают прям в самую душу. И, ну и слезы, и истерики, такое бывает, и неважно, там, сколько лет ты этим занимаешься. У меня... Ну, есть такие моменты, бывают неподходящие настроения, чтобы полистать комментарии, но просто от этого никуда не деться. И просто нужно понять, что это нормально, и, наверное, смириться. Да меня хейтят за все, мне кажется. Просто что бы я ни делала, Катя Адушкина, да? Ну, Катя Адушкина, все понятно. Это за все любые новые начинания, наверное, чаще всего, потому что люди привыкли меня видеть в каком-то одном амплуа, в одном образе, а когда я делаю что-то новое, то... Всем непривычно, все хотят, чтобы все было по-старому, чтобы все вернулось как было. Они не могут так, поэтому начинают, наверное, хейтить. Принцесса, приятно же. Но нет, такие просто уже комментарии, которые попадаются на глаза ежедневно, они, конечно, уже не задевают. Когда что-то такое личное касается других людей, ну вот такое чаще всего западает в душу. А такие, ну типа, ну принцесса и принцесса, что взять-то? Поначалу очень сильно сравнивали со всеми подряд, ну, потому что, понятное дело, когда ты только начинаешь, ты еще как бы не сформировался, как такая личность еще в интернете, и с Марьяной Рожковой, и с Кати Клэп, ну, все, кто тогда крутились вокруг этой индустрии. Вот, сейчас появились тиктокеры, и, наверное, с тиктокерами тоже с какими-то девочками меня сравнивают. С Владом Бумагой нам и романы там приписывают, и каких-то детей, и какие-то поцелуи, чего только не было. Я там читала, вот, поэтому. Мне чаще всего говорят, что я похожа на своего молодого человека, на Сёму Кима, и, типа, у меня прям все комментарии, когда я выкладываю совместные фотки, что у нас просто одно лицо, только я, типа, в женском теле, он в мужском. А, вот этого я не понимаю. Ну, хорошо, Влад и Влад, что там. У меня всегда у самой первой появлялись парни, когда там еще типа в детстве, и когда у нас там кружок подружек, и вот я типа всегда была или с кем-то, или, ну, неделю была одна, а потом опять с кем-то. Ну, так получается, ну, то есть, ну, я не виновата. Боже, идеальные отношения, да, это, нет, мне кажется, даже такого понятия, но, наверное, когда просто люди друг друга понимают, знают и хорошо подходят друг к другу по характеру, потому что мы, допустим, с Сёмой, мне кажется, мы разные, но при этом наши характеры, они плюс-минус совместимы, поэтому мы можем общаться, мы можем там говорить друг с другом, решать какие-то ссоры, проблемы. Мне очень важно, чтобы мне никогда не ставили вопрос, там, личная жизнь или какая-то карьера, потому что это, ну, это не решается. И если когда-то человек мне такое скажет, то просто на этом отношения закончатся. Ну, я жесткий интроверт, и, возможно, это не сказывается, когда я прихожу, там, отвечаю на вопросы и делаю свою работу, но в каких-то больших незнакомых компаниях мне очень плохо, мне неудобно, но я это не пытаюсь как-то изменить, я просто смирилась. Плюс у меня есть такая черта, что у меня всегда должно быть личное пространство, то есть я в отношениях, я не люблю романтику, я не люблю вот эти сюси-пуси, когда они постоянно вместе друг с другом, когда они постоянно целуются, трогают друг друга, бла-бла-бла. Я вообще, ну, просто, я особенно на публике, я не люблю, когда меня трогают, вот эти все поцелуи на публике, на людях, фу, ненавижу. Только если там дома как-то и что-то такое, но все равно у меня просто, не знаю даже, как назвать, большое личное пространство, но мое пространство, оно такое, и я очень редко кого-то как бы подпускаю к себе. Я была на съемке, это было очень... такая сложная съемка, и мне накануне, прям когда я еду в машине, мне присылают огромный текст и говорят, что его нужно было выучить. Я не знала, что его нужно было выучить, а там, ну, то есть там фамилии, там слова, это была съемка музея, ну, то есть мне нужно было рассказывать про экспонаты, и там все очень подробно, и я просто... Люблю, когда все получается, я перфекционист, и когда у меня что-то не получается, особенно в моей стези, так сказать, говорить, вещать, то я очень из-за этого расстраиваюсь, поэтому вот тогда я встала в кадр, я понимаю, что я не могу ничего сказать, я не могу ничего запомнить, я не могу ничего связать, никакие фамилии, я не понимаю, что происходит, мне это надо было выучить, вот, и да, тогда это случилось. Ну, не в кадре, конечно, я пошла в туалет, чуть-чуть поплакала, такая, собралась и пошла в кадр и просто сказала все, что надо сказать. Другого же выбора нет.
люди рассчитывают, люди надеются, а когда уже договоренности какие-то есть, их нельзя разрывать. К каким-то пластическим операциям, каким-то обработкам фотографий я отношусь абсолютно спокойно, абсолютно нормально. Знаю, что многие себя недолюбливают, и для кого-то это просто действительно способ поднять себе самооценку. Себя я никогда не тюню насчет каких-то пластических операций. У меня когда-то была идея насчет сделать, типа, чуть-чуть накачать себе верхнюю губу, потому что, мне кажется, когда я улыбаюсь, ее вообще не видно. Вот. Но сейчас эта мысль уже покинула меня, поэтому... Ну нет, ну слушайте, я абсолютно нормально отношусь ко всем этим вещам. Если у вас есть какие-то комплексы, с которыми вы не можете абсолютно никак справиться, если какие-то маленькие незначительные штучки, которые будут выглядеть естественно, то почему бы нет? У меня есть татуировка, боже! Блин, на самом деле она маленькая, но у меня уже такое чувство, что у меня как будто забито все тело, я не знаю, и я такая периодически, когда замечаю ее в зеркале, я думаю, типа, воу, вот это я, типа, опасная, с татуировкой хожу, поэтому я не знаю. Мне подарили, ну, как бы купон, я не знаю, как это сказать, на еще одну вторую татуировку, но я не знаю, куда я созрею, я как-то вообще не собиралась. Начну с того, что я ненавижу. Я ненавижу, когда... Ой, я много всего ненавижу. Ненавижу, когда люди шепчут. Шепот. Ненавижу шепот. Это ужасно. Вот. Особенно на ухо. И какой-нибудь такой, типа, вот прям такой. Очень громкий. Фу, это самое ужасное, что может быть. Потом я ненавижу... Давайте скажем зиму и осень. И все остальное, кроме лета. Не люблю просто холод и всю вот эту вот историю, когда надо закутываться. И раз сюда пошли, давайте. Не люблю зимние виды спорта, наверное, так. Потому что это тоже холод, и это все еще на холоде. Надо что-то пытаться, надо еще потеть, а тебе как бы холодно и как бы жарко. И вот это все не люблю. Что я люблю? Я люблю шоколад и все сладкое. Я люблю свою маму. И я люблю петь, танцевать, снимать видео, розовый цвет. И, собственно, все вокруг меня. Через 10 лет мне будет 27. Пипец, 27. Ну, наверное, это уже будет близко к созданию семьи, детям, вот этой всей шалабуды, всей этой истории. Не знаю, как сказать. Вот, ну, да, когда я уже построю себе карьеру, когда я уже сделаю все, что можно сделать в этой жизни, покорю вершины. Наверное, да, где-то к 30. Это уже после тура, наверное, по миру. Блин, да не знаю, я не знаю даже, что будет завтра, но я точно могу сказать, что это точно будет творчество, которым я буду жить. Пару месяцев, это получается до Нового года. До Нового года. Какие же у меня планы. Было просто несколько выступлений, но они все отменились. Было несколько идей создать тур, но оно все отменилось. Было несколько съемок и проектов, и оно все отменилось, и что-то еще не построила. Короче, наверное, из ближайших планов хочется сделать какой-то большой проект на YouTube, то ли какое-то интервью-шоу с звездами, с зрителями, которые, с людьми известными, которые ко мне будут приходить в гости и попробовать себя в роли ведущей. Шоу пока нет. Но в гости, конечно, хочется кого-то примерно моего возраста, и буду приглашать только своих друзей, знакомых, кого точно знаю, блогеров, тиктокеров, артистов, и сделать второй сезон шоу, сериала для моего инстаграма. Самое главное в жизни... О боже, ненавижу такие вопросы. Этот вопрос я задаю себе каждый день. Но нет, на самом деле, самое главное в жизни, наверное, у меня, это двигаться и ежедневно становиться все лучшей и лучшей версией себя, потому что я обожаю меняться, я обожаю расти, я обожаю совершать что-то новое, покорять вершины и добиваться каких-то целей. Вот поэтому, наверное, вот так.
Я хочу вам пожелать достигать своих целей, быть любимым, не замерзать в эту холодную зиму, которую я ненавижу. Вот. Продолжайте слушать мои песни, смотреть мои видео. Помните, что Катя Адушкина всегда с вами, всегда в вашем сердечке. Вот. Всем хорошего дня. Молодец.